11 по сумме двух программ. Но это, так скажем, внутри китайские дела нам гораздо важнее и интереснее в очередной раз увидеть и получить огромное удовольствие от исполнения произвольной программы Татьяны Волосожары Максимом Траньковым. Рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Такая идет подготовка трибун. Видите, какая мертвая тишина на трибунах. Thank you.
«Блеск». Очередной шедевр в исполнении Татьяны и Максима. Они как-то с первых буквально секунд своей программы берут в плен не только зрителей на трибунах, которые встали, весь зал встал, приветствуя наших фигуристов, но я думаю, что и всех телезрителей. И потом смотришь все это с таким колоссальным волнением, напряжением, испытывая такую массу эмоций от всего увиденного. Ну, не знаю. Вот, казалось бы, тот результат, который они показали в самом начале сезона, я имею в виду на первом этапе США, сумму набрали фантастическую, 154,66 балла. И уже тогда казалось, что этот результат превзойти невозможно. Но каждый раз какие-то новые краски, какие-то новые эмоции, какие-то детали, и все это становится просто таким шедевром, произведением искусства, самым настоящим. Ну, вы посмотрите оценки за технику. Тут, правда, когда смотришь на все это, вот уже все эти техническое исполнение как бы уходит на второй план. Это считается уже само собой разумеющимся. Ну, вот видите, реакция тренеров Нины Мозер, Станислава Морозова, говорит сама за себя. Они убежали на последнюю поддержку. Как-то выезд из этой не покатило. Ну, вот вы, да, вы, наверное, тоже обратили внимание, что на последней поддержке был, ну, не то что сбой, тут о сбое говорить не приходится, но не идеально они ее исполнили. Просто фантастика. И даже без музыки, без музыкального сопровождения, это в замедленном повторе смотрится просто как высший образец. Ну, а оценки за компоненты, за представление программы, я таких оценок вообще не помню. 9,96 балла, то есть всего 0,04 не хватило до десятки. То есть 10 баллов, это означает, что лучше уже исполнить просто невозможно. Ну и все остальные оценки за компоненты также высочайшего уровня. Две оценки 9,82. Да что тут говорить? Все эти цифры, они куда-то уходят на второй план, когда мы наблюдаем вот этот шедевр в исполнении Татьяны и Максима. Ну, сейчас нам осталось только понять, во что это выльется, в какую оценку. И превзойдут ли они результат, показанный в Детройте. Вот на трибунах у всех просто такие просветленные лица зрителей. Действительно, то удовольствие, которое получаешь, те эмоции, которые мы испытываем. Хвалим. Как же иначе, может быть. 154,46 – это на 0,2. Всего на 0,2 уступает их результату, показанному в Детройте. Но вот что такое эти 0,2? Как это можно взвесить, измерить, что они означают? Понятно, что и в Детройте, и здесь, в Токио, были программы высочайшего уровня.